стало известно, из-за кого Данила Козловский ушел из семьи. По данным одного из телеграм-каналов, роман у артистов длится уже полгода. Актер и режиссер Данила Козловский ушел от своей девушки Ольги Жуевой, которая в начале этого года родила ему дочь. Об этом сообщает телеграм-канал «Закулиска». По его данным, артист уже более полугода встречается с актрисой Оксаной Акиньшиной. Роман с ней якобы начался на съемках фильма Козловского «Чернобыль». Как сообщает телеграм-канал, Зуева сейчас остается в США. При этом актер не только продолжает поддерживать бывшую возлюбленную и своего ребенка, но и выстраивает отношения с детьми Акиньшиной.